Детка, а почему у тебя сковородка? Из какого склада, посмотри, что с тестом. Немножко пивомата лежит в кастрюльке. Я пошел кушать движок. Кажется, такой богатой атмосферы и обстановки у нас никогда не было. Просто жесть. Морковочка. Давайте сфоткаем. Его. Давайте сфоткаем, пока он не упал. Да, внимание капитана. Включите газ, ну блин. Андрей, мы тогда поедем. Догоняйте. Назначаешься не только богиней яхтенных блинчиков, но и королевой яхтенного болоньеза. Подожди, я, кажется, уже была королевой оладушек. Черт. Герцогиней яхтенного болоньеза. Мы сейчас выпьем весь тир, а те, кто придут позже, тут мы арендовали велики. Поедем исследовать остров. Что? Я прыгнул на лодку, я смогу тебя поцеловать. На велосипеде прыгнешь на лодку? Поцеловать? Не знаю. И тут я вот, короче, голыми ногами в небо. Дорогая Вика, которая будет монтировать, мы поднимаемся в этот гребаный холм уже третий день. Хорошо, что ты взяла нам с собой провизию. Ага. Смотри, какая бухточка вот там вот. Мы могли бы стоять на якоре, но мы стоим там для пирса в этот раз. Парим над бухтой, где все стоят на якорях. Я потому что часто это замечал, у меня, кстати, даже, мне кажется, догадался, да, похожей теории.
Но это из-за типа резонанса. Смотрите, какие елки. Это бывшая колючая проволока. Так, давай здесь пробовать. Нет, не навряд ли. Мы идем на свет. Мы осмотрели 4 каземата, потому что мы знали, здесь должна быть сохранившаяся пушка. И вот, награда ждала тех, кто упорно продолжает искать. Вот он, каземат с сохранившейся пушкой, которая выезжала вот туда вот вперед и могла, видимо, бить по кораблям в этой акватории. Опа! Охренеть, оно все работает. А? Жесть. Может, ты еще прицел можешь взять? Ну, тут вроде нет прицела тут. Могут на горизонт направить ее, наверное. Еще. Не убивайте горизонт, ребята. Слушай, мне кажется, это как с лебедкой. Не знаю, или стопор не работающий. Наверное, все-таки стопор. Сейчас я внутрился. Смотрите, тут можно заглянуть в ствол этой пушки. Вон прям видно даже, как он был нарезан. Вот. Проведи на стволе. Офигеть. Первый раз во время учебы на военной кафедре так близко столкнулся с пушками. Ну вот, Вика, которая будет монтировать, это, наверное, апофеоз нашего путешествия. Югославская пушка, спрятанная в бетонном домике. Вика, вот так мы добирались до заброшенной базы, на которой мы нашли почти настоящую пушку. Кыш, кыш, это нелегально, это съемка нелегальная, только я снимаю Вику, кыш. Шутка от Володи. Зрители сейчас, наверное, думают, кто же более горячий в этом кадре, Вика или печь? Или мужчина, который оперирует печью? Так, на него футболка действует? Дальше должны быть шуточки про продакт Ду и яхту. Володя, как вы заработали на яхту? Начиналось все с маленького стартапа. И бы закончилось. Первый вертолет, второй. Правильно, инженеры очень разодрали какие-то фонарные столбы, чтобы зарядиться, понимаешь, вот так. И оттуда и руководители национального парка писали официальные компания, которая разрабатывала. Красиво. Типа, а вы нормально относитесь к такой сахарной диете? Ну хватай уже. Обратно. Да, детка. Я обожаю лук. Ребята, угощайтесь штукой. Чем угодно, кроме лука. Чем угодно, кроме лука. Заберем. Не, луком тоже. Вика, где мы? Где мы? Вот, млец.
остров Планет. Что мы тут делаем в этой красоте? Так что проснулись. Спали. Да. А что сейчас будем делать? Сейчас тихонечко скинем, будем как вяжемся. Или на следующий остров. Прямо внутрь этого розового десятка. Спортсменка, красавица, профессорская дочка, стали капитаном парусной яхты. Даже отвечать его не знаю, но просто повезло. Детка, мне кажется, ты ошиблась яхтой. Ты должна была быть вот на той. Сидела в рае в шалаше. На скольки там, 38-футовой яхте. Кажется, вполне уютное гнездышко для молодой семьи, нет? Наша яхточка, да, это явный перебор. Зачем эти понты? Ну, не слишком близко к берегу, детка. Феникс говорит, что все хорошо. Нет, не могу, хочу любоваться твоими глазами. Сейчас принесу очки. Раскроются. Вот, не знаю, ты как будто, знаешь, здесь стоит съемочная команда и подсвечивает тебя правильным светом таким на главную героиню. Все вокруг такой еще, мир такой блеклый, а ты уже такая прям светишь золотистым светом. О, да. О, да. Сейчас будут лучшие кадры этой поездки. Да, детка, наша яхта только что превратилась в супер-яхту. Понимаешь, что я там вижу? Солнышко. Я вижу вообще весь пейзаж. Мне же страшно. Говорят, что у капитана море в глазах. Мне кажется, это правда. Нет. Посмотри на меня. Вон там камушки, которые Вика хотела, чтобы я вам показал. Это Вика рулит.
Я тут сделал крюк, чтобы специально осмотреть какой-то красивый остров, но никто из команды не смотрит, мне кажется, нифига на остров. Потому я что смотрю. Самое красивое у нас оказалось прямо на яхте. А где маньяк? Вон сзади, вот тот вот. Вон тот маньяк. Да, вот здесь. Понимаешь, все затевалось для того, чтобы сыр тянулся. А тут еще целая бадья ароматного кофе. Не, мы лучше тут начнем. Спасибо. Так, я могу параллельно кофе снимать. Можешь еще вилочку передать? Суперпловец Марика возвращается с исследования вот того острова. Мы даже отошли подальше, чтобы нас о камни не било, покупались, а Марика сплавала на остров, и вот теперь торжественно возвращается, пока мы пьем кофе. Марика, ты нашла утку убить? Все окей. Каждые полчаса. Подождите, раз, два, три, четыре, пять. Дилара не ест. Эван, ты кушаешь, да? Мне 10 лет. Давай скорее к нам. Не можно чуть-чуть, я поела. А зачем ты поела? Андрей, задача на хитрый есть.